тем, кто выжил в общежитии, посвящается. Эй, первокурсник, сюда подойди, дай 100 рублей, нет, на, в дыню получи. Забудь о школе и о родительской квартире, приветствую тебя на фанвизе на 4. Эй, чувак, я костелян, чтоб получи белье, да, эти две тряпочки, это твое. Ну и что, что на простыне огромная дыра, на ней спал пятикурсник, не понимаешь ни хрена? Вот твоя комната номер 305, ее ты лет 5 будешь шагами измерять. И вот еще совдепи и черта позорная, беспризорная, галлюцинаторная, система коридорная. Кто жил в общаге, то душой и телом там окреп. Кто жил в общаге, то поет мой общежитский рэп. Кто жил в общаге, тот расчетлив, ловок и свиреп. Чего ты кричишь, а? Ну-ка, дай я пролезу. Где ты там есть? А, вон ты там спряталась, да? О, здрасте. Пошли. Вот, сзади нас было, да? Преследовала. Да. Вот так мы спускаем Катю на коляске. Я там вроде утеплил ее. Что она плакала беспокойно как-то. Ну, думаю, я не так ее положил или... Не, она перегуляла ее, да? Давно уже пора ложить. Она все гуляла, гуляла, она уже нервничала. Костя, а можно у вас интервью взять? Можно? Ты близко, 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 близко! Настя, как тебе живется в общежитии? Нормально. Нормально? Сколько у тебя подруг здесь? Две. Ну, назови, как зовут? Даша и Доминика. Доминика, да. Что, во что вы играете? Как эта вот игра называется? Майнкрафт. Майнкрафт. Что вы смеетесь? Майнкрафт как? Мы прячемся. Настя, Майнкрафт по сети, да, или как? Это не я. Вот постоянно здесь сидят, засиживают, играют в игры. Даша! Мы раньше в детстве играли в футбол. Где ты? Бегали постоянно на улице. Нас не выгнать. А сейчас дети совсем другие. Сидят в телефонах. Настя, да? Телефоны с рук не отпускают. Даша. На улицу не выгонишь. Ой. Настя. На улицу не выгонишь? Сюда. Это наша знаменитая сушилка. Здесь мы вывешиваем свое белье, стирку всю. А здесь как кладовка. Кто хранит продукты, банки, склянки. Вот само окно. Окно выходит на балкон. Вот дверь на балкон. Вон там видно даже улица. Дорога. Мой ящик, где я храню свои инструменты. То есть инструменты на автомобиль, на все-все-все. Удочки, то есть это все поместилось. Вот он, шкаф. На шкафу мы позаставляли всякого барахла. Вот так вот живем в общежитии. То есть хватает всего, ну, нормально. Откроем, посмотрим, что у меня в шкафу. И здесь у нас и дрель, и шуруповерты,
Далее идет и рулетки. Это вот купили, можно сказать, недавно, наверное, зимой, в декабре, наверное, да. Купили вот такой лобзик Makita. Хороший. Это дальше вот идет такая сумка. Вот она идет, сумочка. Это дорожная, это мы, где мы путешествуем, где мы ездим. Всегда эту сумку берем. Она какая-то удачная постоянно. Ну вот так вот. Сейчас открою. Ну тут у меня барахла очень много. То есть... Вот он идет, шкаф, а здесь полна всего инструментов, вот, отверточки, у мужика, я так считаю, должно быть все, все в наличии, и отвертки, и ключи разные, плоскогубцы, просто как бы места мало здесь, негде положить даже, навалил везде все, ну все, вот даже паяльник. Такой вот. Короче, я полный набор. Второй ящичек. Второй ящички тоже. Ну, тут клей такой вот тоже. Щеточки разные. Это все по дому, по всему пригодится. Оно как бы и жалко выбросить это все. Ну, не все, я имею в виду, какие-то эти проводки, может, там все. Но оно будет понадобиться все равно. Где не кинься, а надо будет это все... Проводочек даже припаять. Так, это второй. Ну вот внизу там идет как бы на машину все. Масла разные, все. Вот такого вот плана. Ну, это идет дальше фильтр. Ну, все здесь, как говорится, на полный комплект. Для меня это, можно сказать, как игрушки для ребенка. Я это очень люблю и обожаю. Заниматься что-то. Что-то ремонтировать, что-то делать. Так, выходим на балкон. Балкон вот такой вот у нас идет большой. Мы здесь летом обычно сидим. Кто чай, кто кофе. Вот так вот. Вообще жизнь в общежитии очень веселая. Вот так вот. Здесь тоже вот. Не курить, вывеска. Ну, написано не курить, но... А мы курим. Вот так вот столик. Вот такой вот. Следующее упражнение дальше идет. Берем две ручки и поднимаемся, да? Давай, бери ручки, бери. Вот так вот, раз, пальчик обхватывай, обхватывай пальчик, поехали. Поднимайся, давай, 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 тянись, тянись, давай, давай, давай. Да, не сдавайся. Стоп, сейчас. Расслабься, расслабься. Готово? Готово или нет? Давай. Раз, два, три. Поехали. Давай, 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 давай. Давай, все. Молодец, вытянула. Все. Умница. И вот наши две комнаты в общежитии. Общая площадь 24 квадратных метра. По 12 квадратов. Вот идет холодильник. То есть это все дело было наживное. Потом кухня, микроволновая печка, мультиварка. Мультиварка такая, вот Тефаль. Да, вот. Ну, тут грязно немного, но ничего страшного. Здесь вот я свет провел. Так вот удобно. Под кухней так раз, чикс, и свет есть. Чикс. Так. Вот он идет, стол обеденный. Столик для кормления. Диван. Диван это какой, как раньше был. Такой раскладный он идет. Вот такой вот комод. Стиральная машинка. У нас
первоначально не было ни стиральной машинки, ничего, как только переехали в общежитие. А жили мы сначала на квартире в центре Бобруйска. Трехкомнатная квартира, тоже там был такой вот именно беспорядок, но мы поубирались там. И то есть сделали под свой лад. И решили переехать уже в общежитие. То есть здесь не настолько дорого, чтобы платить. Получается 50 рублей в месяц. 50-40 рублей в месяц. Сейчас были раньше были тысячи в Беларуси, сейчас рубли. Так, далее идет кроватка. Так вот она. Это уже брали как бы бэушная. Вот кровать такая. Матрас только новый. А, матрас, да, новый купили. Ты мне подсказывай, то я забываю, что матрас, да, новый, это Баро. То есть хороший. С одной стороны, получается, матрас, даже сейчас я покажу. Вот. Вот он матрас. Идет. Да, вот он матрас, Баро. Такой вот. С одной стороны более пожестче. Такое, да? А с другой стороны идет, ну, помягче как бы. И для такой, именно... Брали за 200 долларов. Да, брали за 200 долларов его. Но он хороший, новый, то есть брали. Главное, то есть в кровати, ну, кровать, чтобы была, чтобы матрас хороший был. Вот так вот. Думали диван взять, купить, но диван... На диване неудобно спать. Там получается посередине такая вот, как именно каемка идет, и она неудобна. И решили все-таки вот такую вот кровать. Ну, кровать мы брали каркас БУ, получается. БУ сам, да, каркас брали, вот он идет. Каркас, а новый именно матрас. Ну, стены мы переклеивали. Вот такой вот именно ремонтик идет. Вот идет пожарная сигнализация. То есть, если какое-то что-то срабатывает, сюда типа как автоответчиком отвечает, что пожарная сигнализация. Далее идет компьютерный стол. Компьютерный стол мы тоже брали БУ. То есть, в хорошем состоянии, но БУ. То есть, также вот кровать, каркас, да, брали БУ, но в хорошем состоянии. И прикроватная тумбочка, тоже самое БУ. Вот идет компьютерный стол, с Украины привезен. Вот он такой глобус. Так, а где тут мой брательник живет? А вот Соединенные Штаты. Здесь компьютерный стол, ну, окно. А, да, вот этот тут мы покупали шкаф очень дешево тоже. Брали тоже БУ его за 180 рублей, получается, на новых белорусских. Да, Марин? Да, это почти 100 долларов, даже меньше. Даже меньше, да. 80, наверное. Да. Сначала хотели обои переклеить вот такие вот, где они пока. Вы думали, вот. Тут будет детская? Детская, думали, будет детская, но потом передумали, решили уже... Сделать вот такого вот плана волнами. Видите, какая сладкая моя. Ой. Катюша, как тебе кроватка здесь? Нормально? М? Или ненормально? Да. Это мы кроватку покупали БУ, а матрас уже новый, потому что, ну, как бы, как не гигиена и как бы... И вот эти сами, как это называется? Бортики. Вот. Бортики бампера. Бампер еще, да, его называют? Да, да. Да. Далее идет прикроватная тумбочка. Вот так вот идет. Телевизор. Телевизор подцепили на кронштейнах. Вот он такой. Этот телевизор привезли уже с Украины. То есть посылки доставили. Вот такой телевизор. LG. И вот кронштейны. Так. Роутер. То есть здесь кабельное телевидение такое вот. Именно смотрим. Включаешь сразу. Сейчас я включу. Итак, переместились в кухню. В
Кухня у нас вот такая идет на все комнаты. Вот они плиты. Раз, два, три плиты. Рукомойника с одной стороны. Рукомойника с другой стороны. У нас имеется график дежурства. То есть каждая комната выделяется определенное число и дежурит. Дежурит по кухне. То есть именно полы мыть, плиты. Маринка, расскажи в пару словах, как тебе вот вообще живется в общежитии? Ну как? Конечно, не квартира. Мне просто больше всего нравится то, что это бесплатно. Бесплатно? Но мы же платим 50 рублей. Ну это же мы платим коммуналку, мы везде ее платили. Ну да, в принципе это... В общежитии мы ничего не платим. И поэтому мы смогли сэкономить деньги для того, чтобы купить все это. Ага. А так нет, вообще не нравится, потому что душ как бы мы делим с другими. Ну, получается, наша комната и соседи. Ты погромче ори, не слышно, погромче ори. Мы душ делим с соседями. Вот две семьи, душ и туалет у нас на двоих. Вот это мне не нравится. А так, в принципе, все нормально. Ну и кухня далеко. Ну, туалет тоже самое общий. Иногда бывает припечет, да? Что потом начинаешь бегать по всем туалетам. Когда откроют, стучись. Такого еще не было, чтобы стучались. Ну ты впервые живешь в общежитии, да? В жизни, да. А так ни разу нигде не была в общежитии. Ну попробовала, как это, да? Да. Так что ты можешь посоветовать другим? Теперь, так как у нас есть дом, мы в любом случае в общежитии не будем. Чего? Потому что нам его больше не дадут. Если съедем с этого, уже другое общежитие не дадут. Общежитие дают только тем, у кого нет своего жилья. Ты должен доказать, что у тебя нет жилья, вот и взять справку о том, что у тебя ничего не числится. Только тогда тебе его дают. А у нас теперь есть свое жилье. Хоть и далеко, но об этом уже... Ну, а вот так вот по удобности именно жизнь в общежитии. Стиральная машинка, вот эти вот все. Не, ну мы оборудовали нашу комнату так, что у нас есть все, поэтому... Ну, по удобности, по удобствам все отлично. Ну, что именно вот не хватает? Вот какая нехватка именно в общежитии для жизни? То есть квадратура, может, маленькая, нет, либо... Нет, для меня вообще вполне достаточно этих двух комнат. Достаточно, да? Да, потому что порядок соблюдается. Ну, я не знаю, как будет, когда Катя подрастет, потому что потом ей нужно будет где-то ползать. А будет ползать по общежитию? Коридор ее пусть. Ну да. А смотри, Лянь, кот играется с малой. Смотри. Он к ней неравнодушен. Кот обожает малую, вообще кошмар. Ну мы, конечно, его редко подпускаем, потому что все равно. Вон, смотри, крадется. Когда я ее ложу на диван на Настин там, он сядет и сбоку от нее и сидит ее как охраняет. Прям жопой к ней сядет и охраняет, чтобы она, может, не упала. Или я не знаю, чего она так жопой к ней сядет и сидит. А она рада, она как на него глянет. Тут не знаю, почему. Дети, наверное, не понимают, что это коты. А он, смотри, играется. А Катя с мишками разговаривает на бампере. Тишка! Со звездочками с кем-то. Ах ты проказник, а? Какой же ты проказник? Ты чего до Кати лезешь там, а? Тишка! Короче, он у нас вообще, мы его бывает и лупим, и все, но он такой проказник. То с компьютера что-то скинет, то еще что-то. Это ужас. Одни беды от него, ни одного положительного результата. Ну, положительный он очень добрый. Мышей не ловит, хотя мышей может даже нет. А, у нас здесь есть крысы. В общежитии есть крысы. Сушилки. Ты видела крысу эту? Ну, я видела, как она там выбегала из сушилки. Ну, Марина, ой, кто там бегает, там это прибежала. А там такая огромная крыса, короче. У нас огромная такая комната, сушилка называется, с выходом на балкон. Там все белье сушат, стоят ящики там для картофеля, ну, для зимнего, там, ну,
кто что держит. Мы вон инструменты там держим, вещи, которые не нужны, которые маленькие для детей там или еще что. И там вот бывает иногда, ну я не скажу, что их много, но когда-то вот выбежит, вон Леня соседки по ноге бегала даже. Но. Как-то она боялась ночью, это было. Она вышла в туалет, наверное, или что? Короче, папа. Что? Что, поедем в город? Да, поедем. Мы сейчас в город поедем, да? Да, погуляем с малой. Хотя у нас минус 17, не знаю, как мы. Да, по-моему? Да. Показывать, что холодно. Но мы вчера ездили нормально. Ну, это очень холодно. Мы вчера как снимали, съемки вели на этом, на даче. Это был да, какой-то Дубай. Посуду. У меня руки замерзли до того, вообще кошмар. Карусельку. Идут этажи, то есть я вот не понял, сколько, или три, или четыре этажа, четыре, наверное, да, четырехэтажное общежитие, это лестницы, лестница вниз, мы живем на втором этаже, идет и лестница идет вверх. Спуск на первый этаж. Два, три, мотор, поехали. Ну давай чуть-чуть так пойдем. Подожди. Давай, вот такие вот упражнения мы делаем. Это опять упражнения у нас. Ай, давай покажем, как мы ползаем, давай. Ну давай. Не вот спеша, только так. Ой, нервишки, ну давай, чуть-чуть покажем. Покажи, давай. Как ты ползаешь, покажи. Ножку. Раз, показывай, ножку сначала одну, вторую. Подъем, переворот, ручку выравниваем, вторую ручку выравниваем. Все, давай, ползи. Ползла, поползла, Катя. Давай, давай, на финишную, давай, давай, давай. Давай к папе, давай. Давай, давай, ползла, ползла, ползла. К папе давай. Давай, давай, пошли, пошли. Давай, тянись, еще немного до финиша. Давай, 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 поползла. Давай. Но ты же ручками можешь. Ты сильная, пошла. Давай. До финиша немного осталось. Немного до финиша. Что-то уже аж пукает. Пукает уже. Давай. Но, тушься. Ой, не она тушься, не ползи. Давай. Ой. Катя устала. Все, уже устали, да? Мы без камеры. Все. Скажи, как вы меня давай, уже... Давай, давай, хватайся, хватайся пошла, за это одеяло. Пошла, пошла, давай. Давай, хватайся. Выкарабкивайся. Ну. Нет. Все, ну отдыхай. Все, устали. Папуль, ну давай пробовать. Давайте. Ты снимаешь да. уже? Да, снимаю. Капец. Я не знаю, как её сюда засовывать. Пробуем. Да засунь как-нибудь её. А давай вот эти штучки сейчас отлепим. Давай ты мне помогай. А как? Вот так ноги её туда засовывай. Подожди, ноги не всунуть. Отодвинь. Отодунь. Катя. Держи ее крепче. Держись. Мы как эти кенгурятники. Подожди. Держи. Держишь или держу, нет? Держу. Подожди, у меня сползла эта. Ничего страшного. Бретелька.
От лифчика. Подожди, а может ее перевернуть надо, наверное? Ага, и куда ее?